Ужас. На ближайшие 105 минут я директом подключаю ментальный канал вашего левого полушария мозга, ответственного за обработку звука, к волнам нейропанк подкаста. В эфире 24 выпуск. Enjoy. Передача от цепичного чуна, от царя Драмины, всея Руси, Митяя Рецептора, под названием «Молитва». Трека еще не определено, так как скорее всего ему предстоит трансформация в коллапс блокхед. Кто не в курсе, блокхед — это участники X-Bad Company, Maldini и Vegas, а также Uman. Суток прошло с выпуска просто передачи. Я на самом деле безумно рад снова услышаться с вами всеми в эфире. Сегодня снова только качество. Даем стране угля. Продолжает передачу новый трек Малка «To Run Stumbling». Там Records Malk готовит новый сольник для нашего лейбла. А продолжая тему с Blockhead, сразу вот с пылу с жару с начала передачи анонсирую мероприятие, на котором они выступят буквально в эту субботу, 17 сентября. В Москве, в клубе «Арена». Конечно же, это легендарный World of Drum and Bass. Главное событие ломаных ритмов по всему миру. Этой осенью оно проходит под эгидой девиза «The Game». И в эту игру сыграют такие мастодонты сцены, как Pendulum, Tony Coleman, Aka London Electricity,
сет с 8 вертушек от двух годфадеров нейрофанка Каликса и Тиви. Соответственно, сами Blockhead, X-Bad Company, Sub-Zero, неизменный хозяин фестиваля DJ SS. И, внимание, спор. Почему внимание? Потому что Джон выступит со своим последним в жизни драм-н-бейс сетом, что, как я считаю, его поклонникам никак нельзя пропустить. Русский сегмент этого фестиваля представим мы с Митяем, Кирилл Профит и Антон Озма. Обо всех остальных подробностях о данном мероприятии вам расскажет великий Google.
окончания. Андрей Диаморфов. Трек под названием «Энзайм». Те, кто любили комиксы, мультики, фильмы про Гайвера, знают, что это такое. Энзайм — это гиперзооноид, предназначенный специально для убийства гайверов. Видимо, Андрюха фанател от этой саги. Вышел в эпишке Диаморфа на лейбле белорусского музыканта Купера, работы которого звучали ранее в наших подкастах. Лейбл называется You So Fat Recordings, что в переводе на русский — ты такой жирный, звукозапись. За лето очень много треков не удалось включить в программу, а те, что удалось, приходится быстро сводить. Но я надеюсь, все понравившиеся треки вы найдете на страницах авторов и послушайте там уже более подробно, а либо купите на Джуна и Битпорте. Специализируется не только на драм-н-бейс музыке, но и на всяческих других постстилях.
Neutral Point'ами отлично угорели на нейропанк фестивале в Киеве. Была просто какая-то абсолютно нереальная атмосфера, отличное мероприятие. Весь день шел ливень, но это не помешало тысяче людей собраться под мостом и отжечь там по полной. Всей Украине респект. Думаю, повторим это еще не раз. Всем программистам. Трек, скорее всего, выйдет на Тамфри бесплатным релизом. Так что не забывайте поглядывать на tamrecords.ru. Совсем скоро там появятся анонсы предстоящих релизов. Очень много новой музыки, очень много неожиданностей, сюрпризов. В общем, осень будет жаркой. Тизис, кстати, продолжил свою добрую традицию выкладывания сэмпл-паков у себя на страничке на промо-диджей. Так что все молодые музыканты, кого интересуют качественные подборочки сэмплов, барабанов, бейслайнов и всего прочего, добро пожаловать на тезис pdj.ru.
без подглядывания в трек-лист угадает, чей трек начинает играть, тот получит пирожок. Это Павел Лаусан с абсолютно свежей работой под названием Death Trap. Войдет в эпишку на Close to Death Recordings вместе с Blitzkrieg, Exposure и Breeze. Ну, наконец-то хоть что-то выйдет от Паши. Полноценным релизом. Ну и кстати, также скоро на Tam Records выпустим тоже эпишку его старых треков, куда войдут такие хиты, как Butterfly, Color Stars Show, еще парочку известных чунов.
музыкально подкованные люди уже поняли, что звучит ремикс на легендарный трек самого, пожалуй, известного диджея в мире, диджея Тиесто. И его известнейший, наверное, трек «Трафик». Ремикс этот сделал новичок в истории подкастов мира Панк. Новый игрок на сцене. Некто Лео Трэшман. Диджей и музыкант из города Рязань. Приятно, что Рязанский регион теперь тоже в теме. Телегу на Global Gathering. Это было нечто. С
Селектор, как вы знаете, также является одним из самых лучших и активных драм-н-бейс промоутеров Санкт-Петербурга. Благодаря ему дело вечеринок и привозов в Питере живет. Респект. Питера, то совсем скоро будет полный П. Мы готовим нереальный сюрприз примерно в ноябре. Это будет празднование десятилетия лейбла Thumb Records, совмещенное с фестивалем Нейропанк, с привозом мега крутого гостя из-за рубежа. Все подробности пока сказать не могу. Так что следите за инфой. Не забывайте заходить на сайт thumbrecords.ru и заглядывать ко мне на страницы в Facebook и ВКонтакте. Это совместная работа трех музыкантов пейперклипа MG Free и Тезиса под названием Digital Machinist. Мама свинильчика в конце 90-х, начале 2000-х годов. Трек этот является заглавным как раз на виниловом альбоме пейперклипа и MG Free, который выйдет на Paper Funk Ltd. Альбом будет называться The Eight. We'll be right back.
Олег Пейман вступает в дело. Одна из последних тоже его работ. The Door of the Dead. Куперу на Use of Fed Recordings. На этом лейбле, кстати, уже вышло 4 релиза, среди которых вы также можете найти треки музыкантов, регулярно звучащих в моем подкасте. А что же касается Пеймана, то буквально на днях у нас вышел на Adam Records его альбом по названием Contusion LP. По-настоящему жирное, темное звучание настоящего драм-н-бейса. Кто пропустил, срочно бежать чекать. Tomregress.ru. Бешеный драйв от сегодняшнего новичка Лео Трешмана. Мотивом одноименного триллера For Kind, что в переводе на русский звучит как четвертый вид, снятого по якобы документальным фактам похищения людей пришельцами на Аляске.
и уже выдает вот такие вот неплохие работы. Трек называется «Блок». Будущий
Dotio Audio, лейбл такого персонажа, как BDK. Этим инквизицией было сфабриковано обвинение, чтобы уничтожить орден. Making the choice.
битяжи подъехали. Термоядерный дуэт Абсурда и CA2K. Оба сейчас находятся в Санкт-Петербурге, так как я понял, Абсурд перебрался сюда жить. И думаю, в будущем мы услышим много работ от этого коллаборейшена. Данный трек, кстати, носит название Transformation. Thank you.
названием «Interceptor». Истинным ценителем нейрофан-звучания такой саунд, как мед. В неподписанном состоянии. И будет интересно последить за его судьбой. Настоящего психопата одной из психиатрических клиник города Братска, продюсера с никнеймом Чиллер. Больничная палата, где как раз сейчас он готовит свой сольник на Atom Records. Треки «Психопат» и «Hold Up». We'll be right back.
Шифера в исполнении Гордея Стереотайпа. Очень узнаваем, чувак. Чарты. Это Payman и Place to Be, их совместный трек с названием Ferritory. Саунд. Трек также поставлен на Dirty Audio, на лейбл BTK. А почему я заикнулся про британские чарты, мне расскажу чуть попозже, когда сыграю еще один их совместный трек.
продолжает подкаст. Уже давно известный нам дуэт Enraged и Uberman со своим новым треком So Sharp совместно с MC Nuclear. Очень добротный щун. Все очень четко, все по канонам. Military kicks and snares so sharp they slice like a guillotine. Нейрофанк, привет из Дальнего Востока, музыканта которого давно не было слышно у нас. Это Ноэль, Exit 9, трек называется Upsetting. We'll be right back.
касается нейропанк-фестивалей, то до Нового года пройдет еще также фестиваль в Москве. Скорее всего, это будет в декабре. Дату пока мы еще не определили. Будет тоже какой-то большой крутой привоз. Скорее всего, того же артиста, который приедет и в Питер на 10-летие там Records. Ну, кто это, я пока раскрывать секрет не буду. Безупречное качество говорит о безупречном авторе. Это ремикс Коли Нигби на трек Кинея и Прокта под названием Shockwaves. Фанаты такого глубокого дипового звука